всех. Но сейчас, наверное, расскажем о том, кто мы такие, вот, и что мы хотим вам представить. Мы представляем реабилитационный центр «Зона Дети на горе». Может быть, кто-то слышал об этом. Занимаемся мы реабилитацией людей химически зависимых. Это алкоголики и люди, зависимые от наркотиков. Помогаем им и всем. Планировали мы такое семинарское занятие «Помощь людям», так или иначе связанным с помощью зависимым их семьям, вот, для того, чтобы помогать организовывать контакт, взаимодействие, мотивировать людей, организовывать помощь, может быть, какие-то знания в этом, в этой сфере. И связан с общественностью Ленинградской области, а также грантовая программа губернатора Ленинградской области. Мы задумывали эти проекты как помощь, как ресурс, к которому могут обращаться специалисты, которые так или иначе сталкиваются с проблемой зависимости, или тем, которые, у которых есть близкие, страдающие этой болезнью. Тот, который наверху, так называется наш проект, который мы реализуем по гранту губернаторскому, специалистов социальной сферы в области наркомании, алкоголизма и расширения осведомленности жителей Ленобласти о возможностях профилактики и реабилитации химической зависимости. Мы сталкиваемся в нашей работе с тем, что очень большая нехватка информации, информационной, профессиональной информационной поддержки для людей, которые ищут помощи, которые ищут помощи для себя, для своих близких. И очень много вопросов, очень много сложностей. Также важно, мы развиваем межсекторное сотрудничество, мы надеемся, что этот проект, как наш предыдущий, будет этому служить, поскольку очень важно, чтобы мы друг с другом сотрудничали и помогали друг другу в решении этой комплексной проблемы. Видно, что это взрослые люди в первую очередь, и мы нацелены в первую очередь на алкогольную зависимость. В то же время есть и те, кто также страдает сочетанной наркотической зависимостью, это не редкость. На этом слайде также сказано о том, что большинство из пациентов реабилитационного центра «Дом Надежды на горе» так или иначе из дисфункциональных семей пришли, многие из них из алкогольных семей. Если мы говорим о том, что большинство пациентов пришло из семей дисфункциональных, это значит, что большинство из них, будучи детьми и подростками, уже так или иначе имели шанс попасть, в общем, в фокус внимания опеки, соцзащиты. То есть это, в принципе, проблема, которая, ну, вот, не за один день появилась. Пациентов пробовали алкоголь до 7 лет при попустительстве взрослых. И в то же время вот, наш опыт показывает, что практически 100% пациентов начинали именно так. Далее, 100% пациентов вот с этим травматическим тяжелым опытом семьи, да, когда кто-то в семье подвергался физическому, сексуальному насилию, нередко сам пациент будущий, они себе обещали никогда больше не повторять родительский опыт. Они обещали себе, когда они вырастут, быть другими родителями своим детям. И однако же это то, что говорят люди, оказавшиеся в центре реабилитации. Хочется об этом сказать отдельно, чтобы как-то обратить внимание на сложную, комплексную сущность этой проблемы. Да? Никто не хочет быть алкоголиком, каждый из них хотел другой жизни для себя. И в то же время треть из возрастных наших пациентов уже имеют проблемы химической зависимости у своих детей. Так или иначе, нацелена на одно и то же, на информационную и профессиональную поддержку сообщества профессионального, которое касается так или иначе проблемы зависимости. Начну с вебинаров. Начну с конца, потому что хронологически вебинары будут последними в реализации уже известной даты и время. И, в общем, доступность большая. Мы продумывали этот проект как максимально доступный для специалистов из области. Соответственно, для того, чтобы участвовать в вебинаре, нужен интернет, компьютер с доступом в интернет. Можно участвовать могут участвовать несколько человек с одного компьютера. Также будет запись, можно будет посмотреть вебинар затем в записи. Мы поговорим о химической зависимости, о том, что такое химическая зависимость. Это болезнь, как это рассматривается на сегодняшний день в медицине, в психологии, в различных направлениях, что является симптомом. И также осветим многие другие вопросы, которые касаются вот этого вот этой проблемы. Будет проводиться на какой-то общедоступной площадке. Там осветить не только те темы, которые значатся на слайде, что такое алкоголизм, как понять, приросло ли злоупотребление алкоголем в зависимость, как помочь близкому страдающему зависимостью,
что следует делать, чего избегать, какие существуют пути решения, где искать помощи. Мы также хотим поговорить о теме детского подросткового алкоголизма в той мере, в которой это будет важно для той аудитории, которая окажется с нами в этот день. Указаны координаторы проектов. Я и Евгения Вадимовна, вот как раз та, которая будет рассказывать. 28 дней наши пациенты находятся, живут и занимаются реабилитацией без отрыва от производства, хочется сказать, от этой работы. Вот. Существует две программы в настоящее время. Это программа первичная, которая направлена на помощь самим зависимым. В основном это люди, зависимые от алкоголя. Чаще в последнее время это двойная зависимость. Что это значит? Что это алкоголь и наркотики совместно. Либо у человека есть опыт употребления наркотиков в начале, по молодости, как правило, а потом люди переходят на употребление алкоголя. Либо они принимают совместно и алкоголь, и наркотики.